Мы рады представить посетителям выставки «Питерфуд 2017» продукцию как наших собственных торговых знаков, например, сыры торгового знака «Лаймы», сыры «Зелёно-Бурёна» и замороженная продукция «Зелёно-Растёна», так и продукцию наших поставщиков и партнеров. Например, продукцию Нежинской молочной фермы из Калининграда, мясные изделия из тоже Калининграда торгового дома Мушкина, продукцию из Швейцарии торгового знака «Эми». Начиная с марта 2017 года наша компания была предоставлена эксклюзивное право на торговлю на территории Российской Федерации данной продукции. Это большой шаг для нашей компании. Значит, в этой витрине вы можете увидеть продукцию нашего собственного торгового знака, бренд «Лаймы». «Лаймы» с переводом с литовского называется переводится как «звезда». То есть звезда, которая указывает, условно говоря, нам путь. Да, естественно, она светит для всех, поэтому мы считаем, что этот бренд ведет за собой, скажем так. И он считается, он для нас является основополагающим, и мы стараемся представить его у всех клиентов, с которыми мы работаем на сегодняшний день. Продукция торгового знака «Лайма» представлена во всех федеральных сетях Российской Федерации, таких как лента «Окей Эксперт Ритейл Групп». Также она представлена в сети «Дикси» и «Магнит». В ближайшее время мы планируем и очень бы хотелось расширить представленность на сеть «Ашан». Дополнительные локальные сети Санкт-Петербурга и Москвы, такие как, может быть, «Зельгросс», может быть, «Нетто», может быть, «Реал», свежие продукты и прочее. В ассортименте торгового знака «Лаймы» в ассортиментной линейке торгового знака «Лаймы» присутствуют как полутвердые сыры, так и твердые сыры типа «Пармезан». У нас есть как и весовые, так и фасовка. Фасовка есть как кусок, так и нарезка, то есть в виде слайсов. То есть удобно для покупателя, они могут спокойно приобрести продукцию и сейчас, сразу же ее использовать по назначению, положить там, допустим, на бутерброд или что-то еще. Кроме того, в ассортиментной линейке присутствуют сыры типа «Пармезан», которые на сегодняшний день мы считаем именно таким флагманским продуктом и стараемся развить представленность максимально. Наш филиал работает со всеми крупными федеральными сетями, в том числе лента «Окей», «Экспят Ритейл Групп», а также локальными сетями Санкт-Петербурга, такими как «Призма», «Лента», «Азбука вкуса». В ассортиментном портфеле нашей компании присутствуют, в принципе, все ценовые сегменты, все продукты. То есть мы готовы предложить любому покупателю то, что ему подойдет. Покупатель, приобретая наш пармезан, может получить прекрасную возможность сразу же найти способ его использования. Допустим, домохозяйка приходит в магазин, неважно, какая это федеральная сеть, не суть, она приобретает наш пармезан «Лаймы», открывает упаковку, и у нее в упаковке находится 11 рецептов с использованием, основополагающим ингредиентом которых является наш пармезан. То есть она не тратит время ни на поиск в интернете, ни каких-то еще дополнительных манипуляций. Она просто берет кусочек сыра и сразу же получает способ его использования. Это очень здорово, и мы считаем, что это на сегодняшний день прекрасная возможность удовлетворить покупателя еще больше, заинтересовать его и проявить интерес к нашему продукту. Работа с Хорико не сильно развита, но в ближайших планах мы стараемся и хотим развить это направление, потому что считаем, что в нашем ассортиментном портфеле имеется продукт, который мог бы быть полезен и интересен для рынка Хорики. Участие в выставке подразумевает под собой участие в центре закупок сетей, конечно. Нам были интересны несколько клиентов, которых, к сожалению, на сегодняшний день мы пока не задействованы, не работаем с ними, но мы провели успешные переговоры. На самом деле, очень большое спасибо организаторам за предоставленную возможность в одном месте очень хорошо, грамотно и в таком сжатом несколько варианте представить всю продукцию, которая есть у нас, и именно в таком минимальном варианте, да, пообщаться со многими клиентами и потребителями. Поэтому в целом, считаю, выставка удалась. У нас очень много появилось новых контактов. После окончания выставки мы с удовольствием их обработаем и думаю, что все будет прекрасно. Конечно, на Prodexpo 2018, естественно, будем участвовать. Возможно, мы поучаствуем еще в World Food в сентябре 2018 года.